Всем привет! Сразу же хочу предупредить, что это видео будет полезно абсолютно для всех. Не смотрите на название, всегда смотрите шире, да, на мои видео. Потому что все, что я вам рассказываю, можно применить абсолютно во всех сферах. Во всех сферах. Но мне в последнее время очень часто задают вопросы, ребята. Тарас, расскажи, как достичь успеха на YouTube, расскажи, как раскрутить канал, в чем фишка, в чем секрет. Ребята, я вам сегодня раскрою секрет и расскажу, как каждый из вас, вот каждый из вас, гарантия 100%, 100% гарантия, каждый из вас сможет достичь успеха на YouTube. Каждый, неважно, откуда вы, какой вы, что вы снимаете, это вообще не важно. Есть один секрет, я вам все расскажу на своем примере. Обязательно, обязательно, обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, готовы? Раскрываю секрет. Если вы с этого дня начнете вести канал и будете выкладывать каждые 3 дня ролик, каждые 3 дня на протяжении 4 лет вы добьетесь успеха. Каждый, кто сейчас начнет, нужно только 4 года. Все. Это 100% гарантия. На ютубе нет таких каналов, которые бы не добились успеха за 4 года. Всего лишь 4 года, ребята, 4 года. То есть каждые 3 дня вам нужно выкладывать видео на протяжении 4 лет. Все. Все. Если вы начнете прямо сейчас, вы добьетесь успеха, вы уволитесь со своей работы и будете зарабатывать на YouTube. Каждый из вас, кто начнет прямо сейчас и не сдаться. На YouTube, еще раз повторюсь, таких каналов нет. Но на YouTube очень много каналов, которые не добились успеха, на которых активность велась 2 месяца. Полгода, год, представляете? И потом люди сдались, и все. А нужно всего лишь 4 года. Вы не найдете такого канала на YouTube, который за 4 года, постоянно публикуя видео, не добился бы успеха. Такого канала не существует, ребята. Вот вам секрет успеха. Если вы прямо сейчас начнете и не добьетесь успеха, я каждому из вас дам по 10 тысяч баксов. Серьезно. Вот сейчас начинайте. Выкладывайте ролики, каждые 3 дня делайте ролик, неважно какой контент. Ребята, это не важно, я сейчас расскажу почему. И если вот через 4 года у вас на канале будет 2000 подписчиков, вы не будете с него зарабатывать, и у вас будет там по 500 просмотров в среднем на видео, я вам дам 10 тысяч. То есть за 4 года вы по-любому наберете больше 10 тысяч, больше 50, даже больше 100. По-любому, ребята. Вот вам секрет, просто начинайте делать. Почему не важно, что вы снимаете? И не важно, как вы снимаете. Потому что вы будете развиваться, да, по пути, понимаете? Нельзя вот выкладывать видео и не расти. Вы будете выкладывать видео, выкладывать, смотреть. Вы же будете учиться. Качество видео будет становиться лучше. Вы будете покупать там новое оборудование. Вы будете разговаривать лучше. То есть я этот путь прошел. Вы будете лучше монтировать. Вы будете лучше делать звук. Будете лучше делать монтаж. Вы все будете делать лучше. И вот когда вы будете делать ролики, вы же будете смотреть, какие тренды, какие тенденции, что заходит, что не заходит, что важно доносить людям, а что не важно. И все, ребята, вы этому научитесь спустя год, всего лишь год. Посмотрите, каких результатов добился Дмитрий Волков. Мой подписчик, теперь уже мой партнер. За полгода, каких он добился результатов. У него было очень сильное желание. И все, больше ничего не нужно. Научитесь вы всему, ребята. Вот вам ключ к успеху. Многие знают о ключе к успеху, но немногие знают, что это ключ. Ребята, я вам дал 100% методику. 4 года всего лишь. Но 4 это в худшем случае. Вас может уйти на это год или 2, и потом произойдет прорыв, понимаете? Все, ребята, все так просто, просто потерпите эти 2 года, эти 3 года, эти 4 года максимум. Просто потерпите и все, и потом будете работать на себя, не будете ходить на работу. Но у людей на это нет терпения. Зато у них есть терпение ходить на работу, блин, по 40-50 лет. Просто переждите этот момент, я переждал, но я ничего не переждал, я кайфовал, мне это нравилось. Да, денег это не приносило. Давайте теперь перейдем к цифрам, вы сейчас просто охренеете. Знаете, сколько на этом канале, да, на канале Instarding, он уже там сменил 3 названия этот канал, сколько было подписчиков за первые полгода? Как вы думаете? Никто из вас не угадает, сколько было подписчиков за первые полгода?
Вот существование канала. 250 человек, ребята. 250 человек за полгода, представляете? Тогда так было тяжело, и сейчас тяжело, да, было набрать подписчиков. Я мог вообще плюнуть на это все, да, 250 подписчиков за полгода. А знаете, сколько было подписчиков за 16-й год? Вот, смотрите скрин. 2400 человек, ребята, за 16-й год. 2400 человек, представляете, если бы я тогда сдался и сказал, да ну его нафиг, да. Я столько времени на это убил, год там с хвостиком. И всего лишь 2400 человек? Но я не сдался, я пошел дальше. Я от этого кайфовал. Сколько у меня подписчиков за 17-й год? Смотрите скрин. О, ну уже 34 тысячи, уже получше. Но все равно мало, да? За 2 года я добился таких результатов. Ребята, все растет в геометрической прогрессии, понимаете? Не думайте, если у вас за полгода там, например, 500 человек, значит у вас за 2 года будет 2000 человек. Нет, это так не работает. Вы растете, вы развиваетесь, контент улучшается, информация становится лучше. Вы набираетесь опыта, и подписчики будут расти, и просмотры будут расти. Теперь переходим в 18-й год. О, здесь уже получше, плюс 88 тысяч. Но все равно, ребята, да, я смотрел на другие каналы и думал, блин, почему они так развиваются, да, почему мой канал так потихонечку растет, почему так? И вот 19-й год, бам, плюс 500 000. Вот так вот, ребята, это работает. Плюс 500 000 подписчиков за 19-й год. Всего 4 года, ребята, 4 года у меня на это ушло. Вот, я вам привел пример. Вот как это работает, если вы не сдадитесь. Представляете, потерпеть вам нужно всего лишь 4 года и все. И все. Да, может у кого-то будут не такие хорошие результаты, но все равно, ребята. Давайте, я вам дам по 10 тысяч долларов каждому, если вы не добьетесь успеха через 4 года. Но это невозможно, понимаете, это невозможно. Вот, начинайте сейчас выкладывать ролики. Каждые 3 дня 10 роликов в месяц. Давайте, начинайте. 120 роликов в год. Не пропускать нужно дней. И вот если через 4 года, благодаря такому постоянству, вы не добьетесь успеха, это просто невозможно. Я вам дам 10 тысяч. Давайте, начинайте. Все так просто. Это есть ключ к успеху. Да, но нужно 4 года ждать. А кто его знает? Как кто его знает? Посмотрите статистику. На YouTube нет таких каналов, которые за 4 года бы, выкладывая регулярно видео, не добились бы успеха. Таких каналов нет. Нет, ребята. Можете еще заняться херней, поискать такие каналы, да, если вам нечем заняться. А можете прямо сейчас начать действовать. Создать канал, рассказывать о своей жизни, делиться с людьми пользой. Просто показывать свой путь. Да, я когда начинал, у меня ничего не было. И думал, а о чем я буду вообще рассказывать? У меня ни успеха нет, у меня ни хрена нет. Я думаю, я буду показывать свой путь. Просто рассказывать, вот как я начинаю там зарабатывать, вот как я начинаю там путешествовать. Я просто буду рассказывать вот все то, что я делаю. Я вот смотрел на других ребят и думал, ну что снимать? Ну вот, покажу, как я готовлю еду. Вот, покажу, как я живу, как я грею гречку на батарее. Покажу, как я вот перекладину для душа вот устанавливаю. Вот, покажу я это, потому что вообще не было что снимать. Ты сидишь дома, да, что тебе, блин, снимать? Завел канал с книгами, да, развиваюсь и выкладываю книги. Думаю, почему бы нет? Я просто делал, 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 вот и все, вот и все. Вот в этом, блин, весь секрет успеха. Ну что, ребята, как вам видео? Если оно было полезным, обязательно поделитесь этим видео с друзьями, да? Это видео подходит ко всем сферам, потому что этот принцип применим ко всем сферам. Принцип постоянства, вот и все. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на мой канал InStarting. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь на остальные каналы. Там уже подписчики растут, да, там уже проще, да. Тяжело начать. Но потом, когда у вас будет опыт, вы можете вот так вот создавать каналы. Да, потому что у меня уже есть база, у меня есть уже знания. Потому что я понимаю, что нужно нести пользу, а не херню. Если вы хотите снимать какой-то трэш, пожалуйста, я тоже раньше хотел. Но потом думаю, нет, я буду снимать пользу. В пользе качество аудитории, запомните. Не гонитесь за просмотрами, да, и за подписчиками. Лучше делать полезный контент. Нести, блин, пользу людям, да. Лучше делать этот мир лучше. Это намного лучше, чем нести какую-то дичь. Такой путь тяжелее, но зато какое качество аудитории.
Каких умных людей вы вокруг себя будете собирать? Позитивных, умных, думающих людей с критическим мышлением. Почитайте комментарии, какие здесь люди. Здесь нет каких-то там отбитых, понимаете? И вот я хотел этого достичь, да? Чтобы окружать себя. У меня не было окружения, вот, теперь у меня есть уже окружение. Вы мое окружение. Мои партнеры — это мое окружение. У меня нет миллионеров. Все партнеры мои — это подписчики, которые также хотели расти, развиваться, которые меня смотрели, написали мне, и мы теперь сотрудничаем. Вот так это работает. Я создал вокруг себя это окружение благодаря пользе. Если бы я снимал там какой-то трэш, да, я отбитых бы ребят у себя собирал. И развития бы такого не было. Тоже, кстати, возьмите на заметку. Так, я уже вроде бы прощался, опять меня занесло. Видите, вот как рождаются такие видео. Вот так эти видео рождаются. Есть какая-то тема, я уже ее додумываю, да, и выпускаю крутой полезный контент. Не забывайте подписаться на мой инстаграм, там тоже только польза и только мотивация. Все, короче, ссылки в описании. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк, да сбудутся все ваши мечты. Всех люблю, целую, пока.